Всем привет, дорогие друзья! Это канал Там, где я решил записать для вас вот такое видео. Сегодня я буду готовить запеченную картошку в дровяной печи. Смотрите и не переключайтесь. Надо почистить первым делом картошку. Я ее намыл предварительно. Картошка у нас готова. Пока в сторону. Выкинем, нарежем лук. Нарежем, очистим. У нас лучок. Так. Лук готов, все готово. Возьмем фольгу. Картошку мы целиком ложим. Немного перца горошком. И подсолить для первого раза. Главное, не сильно. Потом досаливать буду все равно. И заворачиваем. Так, и еще разок. Контрольный заворот такой будет. Вот такая вот у нас картошка с луком. Походное блюдо. И еще одну. Правда, картошина у меня маленькая такая. Я ее буду нарезать. Нарезкой сделаю. Вот. И также лук. У меня последний такой вот будет нарезано все. Угу. И соль. Такое вот обычное, незамудренное блюдо. Картошка с луком и солью. Вот так, и еще разок. Вот у нас 4 картошины получились. Сейчас мы пойдем подкинем дров в печку и положим нашу картошку готовиться.
Нам нужны угольки. Ну, ребят, почти готово. Я думаю, можно один достать, попробовать. Если будет нормально, то можно и остальные доставать. Раскроем, посмотрим. Первая партия. Что у нас получилось? По-моему, как раз я вот этот нарезал. Горячее. Да, я его нарезал, как раз эту картошку. Так, нам нужна тарелка. Достал сразу остальные. Потому что первая партия у нас была готова. Я сразу пошел за остальными, чтобы они не сгорели. Горячо. Горячо. Даже подгорело немного. Так, все остальное выкинуть. Так, подрежем лука еще. Ну вот, ребят, как-то так. Такой вот у меня обед. Еще немного подсолить. Отрезать хлеба. И будет самое то. Ну что, приятного аппетита всем. Надеюсь, вам понравился мой очередной ролик. Ребята, не забудьте подписаться на мой канал, оставить комментарий, поделиться своим мнением. Активность на моем канале – это моя мотивация, а моя мотивация – это новый контент для вас. Так что оставайся со мной, будь там, где я.